Жители микрорайона Верхней Печоры города Нижнего Новгорода встретили эстафету Олимпийского огня в среду 8 января. Люди выстроились вдоль всего маршрута пробегов и киваносов и радостно приветствовали его участников, с которыми после завершения очередного этапа мог сфотографироваться любой желающий. Олимпийский огонь принесли по Казанскому шоссе, улицам Богдановича и Верхней Печорской. Таким образом, Верхние Печоры стали единственным микрорайоном города, по которому факелоносцы совершили почетный круг.